Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Скоро на проект приедет мама Таты Абрамсон, она хочет поддержать свою беременную дочь. Новенькая участница Кристина Кеслер рассказывает о своих отношениях с Сашей Вейсом. «Мы заселились на 4 дня в VIP-дом, где проводили прекрасные ночи. Но мы не объявили себя парой, на данный момент я живу в женской комнате». Ваня Барзиков продолжает обвинять Иру Пинчук в том, что она плохая хозяйка. «Мне не готовят», – написал Барзиков, – «приходится кушать в кафе». Как вы помните, Денис Баранов и Майя Донцова объявили себя парой. Денис пишет: «Просто надоела канитель, поэтому мы объявили нас парой. У меня нет к ней чувств, к сожалению. За месяц они не появились». А Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко уехали в отпуск во Владивосток. Рапунцель пишет: «Мы в отпуске. Прекрасный вечер в кругу родных и близких». На фотографии мама Димы, моя бабушка и моя родная сестренка. Подписчики отметили, что Димина мама выглядит на фотографиях недовольной. Но похоже все-таки, что Димина мама и Рапунцель нашли общий язык. Женщина опубликовала эту фотографию в своем блоге и подписала ее «Мои любимые». Стали известны некоторые факты из биографии Стаса Маугли. Якобы у него уже есть две судимости – это кража и подделка документов. Он занимался стриптизом с выездами на дом. И как рассказывают его клиентки, за $1000 он делает абсолютно все. И на выездах он не брезгует воровать. Например, у одной из клиенток прихватил iPhone за 70 тысяч. Бывшая супруга рассказывает, что он не брезговал подворовывать и у нее. Ну а сам Стас все отрицает. Как вы помните, Ольга Бузова отдыхает в Испании. И один из туристов заснял на видео, как она с кем-то говорит по телефону и плачет. Многие предположили, что Бузова говорит по телефону с мужем. Дмитрий Тарасов так прокомментировал поведение своей жены в своем блоге. «Она плачет, по-моему, она перепила просто». Ответ Тарасова буквально взорвал его блог. «Многие считают, что недопустимо мужчине так говорить о своей жене, пусть даже почти бывшей». Фанаты Бузовой даже устроили флешмоб, засыпав комментарии хэштегом «Тарасов не мужик». После того, как Ольга Васильевна Габозова, которая гостила у Африкантовых, уехала домой, Татьяна Владимировна без стеснения обсудила ее в Перископе. Женщина сказала, что готовит она действительно вкусно, блинчики у нее очень вкусные были, но толстоватые, сахара много и мука чувствовалась. Блюда от Ольги Васильевны кушать очень вредно. Также Африкантова рассказала, что Ольга Васильевна случайно и даже не заметив этого, поцарапала ведром их новый дорогой полированный итальянский стол. Но Африкантова ничего не сказала женщине, чтобы ее не расстраивать, потому что она воспитанная. Влад Кадони начитался слухов о разводе Ольги Бузовой и Димы Тарасова. Влад написал большой пост на эту тему. Кадони уверен, что они помирятся и никакого развода не будет. Ни один из них не заявлял о разводе, ни прямо, ни намеками. Он пожелал своим подписчикам больше позитива, иронии и правды в жизни. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.